Пробуем, как она вечером снимает. Ну, в общем, поганенько снимает. Вот, кстати, полнолуние. Полная луна выскочила. Завтра будет совсем полная. То есть сильный энергетический день, особенно для женщин. Надо делать сильные шаги, свою женскую энергию куда-то пускать. Не упустите, тетеньки, а то не на то место ляжете, и потом будут проблемы. Очень тяжелые, потому что еще маржа дорогая. Еще много других факторов. Ну ладно, у нас тут не астрологический прогноз. Ну, хочу сказать просто, что вот на это полнолуние, на заворот масла Марса, много красивых девок попадет, слабых напередок. Как бы. На кармические проблемы. Главное, это классно. Вышли прям это, лыковстропы. Так. А вот он, универмаг, где сегодня так удачно взял этот телефон. Где он? Вон он, московский. И мне опять надо нырять в метро. Хотя можно до Красносельской пешочком пройтись. Тут как бы все цивильно, комфортно. Охраняет наш спецназ, бляха, вооруженный до зубов. То есть, ну, только мечтать о такой жизни, что в театре автоматчика пошли. Каждый может побыть немножко этим самым, как их называют. Ну, не крутым, а которого... Крутые — это те, кто охраняет, да. Вип-персоны его. Можете немножко побыть. Опять-таки, дурилка все это, дурилка. РЖД бабло отмывает. Строили с той стороны какую-то хрень, а ну вон она, блестящая, вот, вот это вот слева. Теперь строят с этой. Вот люди, от которых многое зависит. А, говорю, помощники, от которых многое зависит. Не, ну хорошо, нормально работает, мне понравилось. Ага. Дают, в принципе, четкую информацию, помогут, все как бы. Ребята еще энтузиасты, еще молодые, зеленые, еще верят в сказки о добре там и так далее. Ну, как говорится, это возраст 16 лет быка, хотя уже заканчивается, ну, юношество, там 16-17 переход. Но тем не менее, вот тоже кто-то же не глупо это использовать стал в целях. Типа, ребят, главное не в бабле, главное вот ухаха. Бычки туповатые в этом плане. Это я знаю по своему пацану. Когда они понимают несколько позже, что все это так себе, то, конечно, они взрослеют резко и грустнеют. Так, Останкино, Останкино, вон она. Черт, не увеличивает нифига телефон, матрица. Так себе. Ну, поверьте мне, вон она от фонаря, вот она. Останкинская игла.